Наживалась на любителях путешествовать. Бизнес-леди из Асбеста за 2 года обманула 19 клиентов. Под предлогом организации отдыха она присвоила себе больше 1 миллиона 700 тысяч рублей. После заключения договора мошенница забирала у доверчивых уральцев плату, но туры не бронировала. В ближайшие 4 года женщина проведет в колонии общего режима. Проверки по желанию не проходят. Сдать анализы на коронавирус в медицинских учреждениях Свердловской области по своей инициативе уральцы не смогут. Причем не только в государственных, но и в частных клиниках. На анализы могут направить только врачи. Пробы на коронавирус в обязательном порядке берут у всех туристов с симптомами ОРВИ и тех, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидобстановкой. На сегодняшний день это Китай, Иран, Южная Корея, Испания, Италия, Франция и Германия. Пока ни один случай заражения новым видом гриппа в Свердловской области не зафиксирован. Наиболее эффективным является работа именно с группами риска. В первую очередь, вот не распылять силы и средства на тотальное обследование, а поработать там, где наиболее высокие риски выявления, значит, инфекции. Это я уже говорю, больные пневмонией, больные, вернувшиеся из неблагополучных стран. Они проводят обследование независимо от того, есть, нет симптомы РВИ. Значит, и больные, вернувшиеся из иных стран, где есть симптомы РВИ. Большой брат будет следить за уральскими автомобилистами еще пристальнее. В 2020 году в Екатеринбурге и на областных трассах появятся новые камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Всего больше 127 устройств, 50 в черте города. Комплексы установят на Тюменском, Челябинском, Московском, Рижевском и Серовском трактах. На это пошли из-за увеличения числа ДТП. На тех участках, где уже установлены камеры, в ГИБДД фиксируют снижение аварийности в среднем на 20%. Всего в ближайшие 4 года на свердловских дорогах появится 326 новых рубежей.